Всем привет! Покажу сейчас чехлы, два, которые я выбрал для ношения и сам использую. Значит, их есть, конечно, множество видов, но, к сожалению, большинство не подходят по размеру. Толщина и ширина в основном. Длина подходит в большинстве чехлу, значит, по ширине и по толщине, к сожалению, нет. Это продозиметр радиокод 101, я говорю. Вот этих два чехла самые оптимальные. Вот, мне понравились. Сейчас покажу, как в них сидит дозиметр. Кстати, не только радиокод 101, но и еще и другие. Например, родник 03. Radex One. И другие. Атомфас, например. Так. Вот, смотрите. Самый компактный, конечно же, этот чехол. А этот более удобный, чтобы на ногу цеплять. Включим приморчик. Так. Начну с этого. Отличный, качественный чехол. Вот так выглядит. И он растягивается. Сейчас покажу. Так, на нем сзади есть здесь кнопка. Раз. И второй пришитый. Вот этот ремень, то есть это можно на пояс цеплять, а вот это куда угодно. То есть двойная здесь, двойное крепление. Это мне особенно понравилось. Здесь липучка по всей длине, вот, кстати. И что самое больше мне нравится, он растягивается вот так в толщину. Вот, видите, можно два сюда радиокота засунуть. Вот так помещается радиокот 101. Идеально. Ни больше, ни меньше, а как раз по размеру. Вот, можно с другой стороны, как вам удобнее. Все супер. Можно экраном к себе. То есть легко достается, легко помещается. Все класс. Маленький, удобный, сразу раз и в барсетку себе. Этот побольше, но зато в нем есть ремень для обхвата на ногу или на руку. Сейчас покажу. Так. Здесь липучка побольше, ремешок пошире. Вот такой. Можно регулировать его. Ну, идеально на ногу, конечно. Вот. Так. С этой стороны прозрачная. Он специально пошит для дозиметра радиокод 101 под размер его. Вот здесь открывается, значит. И сюда помещаем первый раз. Надо двумя руками вот так. Вот. И закрываем. И не экраном вперед лучше. Да. Вот таким образом. И значит, так, подсветка выключена. Вот, закрою датчик.
прозрачная полностью, то есть видно и три кнопки, и экран с подсветкой видно, и светодиоды, эти два, и датчик освещенности внизу. Полностью все под прозрачной этой пленкой пошит по заказу для этого именно дозиметра. Вот так выглядит. Ну все, это все, что я хотел показать.